Доброе утро, озеро. Клюнет и бросает, а? Хитрый карасик. Клюнет и бросает. Неохотно клюет, но плещется, плещется. Плещется рыба, уже радует. Поплывок оторвался, он на дереве висит. Менял, другой поставил. На донку поклевка была. Сидит. А карасик. Я думал, карп. Я донку на карпа ставил. Это побольше уже. На кукурузу клюнул.
внутрь плавает. Вместе. Две внутри поплыли посередине. Плывет к моим поплавкам. Иди отсюда. Куда плывешь? Не боится вообще ничего. Куда мою удочку трогаешь? Зацепилась, сволочь. Борзая. Блядь, мимо. Кончик нежный играет. Кончик удилишки сам ловит его. Помучает, помучает, потом карась выдыхается, все. Блять, куда он повел? Куда он повел?
через ту удочку перешел, хорошо не зацепил хоть. Вот тут надо аккуратно быть с этими деревьями. Воды набрать им. Не убегут. Люди съезжаются, там человек пять, там человек пять. Это что-то новенькое, окунёк. Это что-то новенькое.
Бляха-муха. На манку ловится, на перловку не клюет, на кукурузу тоже. Два 420. Еще пару карасей и 3 килограмма, и все на этом. На этом все. Сегодня 15 апреля. Платное озеро Ай-Василь. Тысячу рублей день. 3 килограмма поймал. Остальное все платишь потом. Побольше. Никак не успокоится. Блять, зацепил вторую удочку, сучоныш. Да ёп! Блять, это крупный попался. Крупный попался, блядь. Всё замотал тут, блядь. Замотал. Это последнее, да где-то на грамм 400, наверное. Вторую удочку зацепил.
все, отцепился. Кукуруза стоит, не трогают вообще. Он только на манку. Буду ловить и отпускать. Буду ловить и отпускать. Ну, вот смотрите, ловились такие. Это вот такое. Блять, потащил, промазал. Потащил, я в шоке. Надо же, то не клюет, а отвлекся. Тряпочку дома забыл. Хорошо была вот эта штукенция со мной. Короче, здесь карась стоит 300 рублей килограмм. Вот я поймал 3 килограмма на штуку, и все. Теперь либо плати дальше, либо сваливай. Ну, можешь сидеть, конечно. Ну, наверное, можно ловить и отпускать. Не знаю. Не интересовался у них. Перебор на 115. Рыбаку, соседу, дал манку, начал ловить. А так с женой они сидели, ничего у них не клювало. Манку дал, все, мазь поперла. Идем на берег. На.
Ешь, не бойся. Кукуруза. Нормальный кукуруза. Ах ты, блядь, сошел. Охранник попросил ему ловлю. Я свой лимит выловил. Смотрите, как попёр. Смотрите, как попёр. Сейчас подустанет. Маленькие, а как тащат.
ялта на ладони. Так, вижу, отсюда все вижу, набережную, порт, кораблик, он идет по морю. Так, порыбачил хорошо, намного цеплялся за деревья, поплавки на двух удочках порвал, пришлось это все переделывать, а это время, когда он клюет, к вечеру уже, после обеда уже плохо клюет здесь. Ай-Петри в тумане. Тумане, Ай-Петри.